Добрый день, приветствую вас на моем канале и приглашаю вас сегодня провести день со мной. Субботний день, наши разъезды, куда мы ездим, что мы делаем. Голос у меня немножко севший, я заболела. Ну, в четверг не выпустила видео, ну не могу, как это, суббота, воскресенье без видео. Поэтому чуть-чуть севший, ну я надеюсь, вы меня простите. И давайте отправимся в наш субботний выходной. И начнем с вами с закупки магазина Lidl. Здесь мы с вами видим картофель 2,5 килограмма, 2,79. Килограмм лука 2,49. 500 грамм клубники 2,22. Ну, кстати, подорожало. Это, наверное, тепличная клубника. А фермерская клубника, которая, наверное, уже на грядках растет, 2,99 за полкилограмма, а раньше была 3,49. Большой выбор яблок, и килограмм яблок, евро 49, яблоки, которые в упаковках по 2,5 килограмма, получаются дешевле. Апельсины 2 килограмма, 2,69, апельсины очень вкусные, написан первый класс. Большие крупные огурцы тепличные, 49 центов, одна штучка. Растворимый кофе, 100% арабика, в баночке 100 грамм, 2,79. Кофе в зернах по килограмму, цены разные, от 9 евро до 15 евро можно выбрать. Очень вкусное кофе. Выбор огромный. Есть черные, есть кафе крема, есть разных стран производителей. А здесь я вам показываю сладости. Вы можете увидеть цены. Как правило, упаковки 400 грамм, 200 грамм. Очень неплохой выбор орехов в магазине Lidl. Мы всегда берем такие орехи 150 грамм. Там разные сорта, очень хорошая прожарка, евро 49. Подошли с вами к холодильнику с мясом, отбивные 400 грамм, 3,49. Окорочка куриные, написано гриль плата. По-моему, там килограмм или кило 100, 4,89. И рядом мы с вами видели сосиски для жарки, 800 грамм, 4,99. 2 килограмма куриных окорочков замаринованных, 6,99. Покажу вам, почем лосось в магазине, 19,99 за килограмм. Здесь кило 208 и к оплате 24,15. Но на рыбу очень часто бывает скидка. И вот я смотрела в каталоге на следующую неделю. Рыба будет по 17 евро за килограмм. Сейчас в Лидле греческая неделя. И видите, продукты представлены из Греции. Ну, я не знаю, в Греции их производят, может быть, в Германии. Белые сосиски 800 грамм, 6 евро. Вареная колбаса 250 грамм. Обычно упаковка идет 200 грамм. А сейчас видите акция XXL. И данная колбаса можно приобрести за 1 евро. Также еще есть вот такая вареная колбаса 600 грамм, евро 49. А обычно она идет меньше граммовка. Здесь мы с вами видим ананасы. Почему-то на них скидка, хотя срок годности у них еще очень большой. Изначально стоила такая большая банка евро 99, сейчас можно приобрести за евро 39. Фасоль консервированная 69 центов. Консервированная кукуруза
очень вкусная в Германии кукуруза, горошек, все всегда очень вкусное. Кукуруза стоит 99 центов. Также можно приобрести тунец, он всегда есть в продаже, есть в собственном соку и есть в масле. Цена евро 49, но очень часто на тунец бывает скидка и можно приобрести дешевле. Так мы берем иногда тесто на пиццу, евро 39, не заморачиваться, тесто очень вкусное, хорошо приготовленное. Здесь мы с вами видим уже готовая продукция, лазанья 3,99. Неплохой выбор сыров в магазине Lidl, видите, сейчас скидки по 3 евро, как правило, упаковка 400 грамм, 250. Также можно приобрести уже натертый сыр 2,19, моцарелла 200 грамм. Макаронные изделия, конечно, цены разные. Как правило, в упаковке 500 грамм. Самое дешевое это 89 центов и выше разные цены. Вот вы видите евро 29. Также покажу вам цены на вина. Можно купить очень недорого за 2 евро, 3, 4 и до 10 евро. Также вина представлены из разных регионов Германии. И они по вкусу, конечно, немножко отличаются, разные регионы. Также есть импортные, Италия, Франция, так как являются соседями, Швейцария. Но самый лучший выбор вина и вот ликерных изделий, конечно, в Эдеке. Там огромный выбор всевозможных. А здесь есть уже удочки, спиннинги, я не сильно в них разбираюсь. Вот цена 28 евро и 40 евро. Так, показываем наши покупки, что мы купили. Вот наш чек. 83 евро 39 центов. Сейчас покажу вам, что мы купили. Шип. Так, ананасы два больших. Так, что тут? Какой-то напиток. Да, взяли. Пока не нужен? Пока нет, банки надо большие. Так что вы в одно место одни банки наставите? Ну, картошку. Картошку доставайте. Картошку, думаешь, хочу достать. Мандарины мы не брали, апельсины брали. Апельсины держите. Ой, сейчас тут это все завалится. Да, наплевать. Все нормально будет. Ага. Еще банки. Бумагу туалетную уберу в салон. Салон сюда. Бумагу. Что тут интересного? А то вы все быстренько разберете. А люди не увидят, что же я там купила с вами. Бананы. Бананы по евро 19 в Германии. Потому что мне рассказывали, что очень дорогие бананы в Украине, допустим. Так, орешки. Такие очень вкусные. Здесь разные. Две пачки мы всегда берем. Так. Батончики. Батончики с орехами. Они по 400 грамм, по 2,79. Икейки. Маскарпоне. Сейчас было дешевле на 20%. Колбаска. Клубника, по-моему, 2 евро полкилограмма. А вторая клубника, я вам показывала, там дороже. Это Таша с полей фермерская. Помидорчики. Вот это греческая колбаса сейчас. Неделя греческая, 600 грамм.
Давай. Угу. Багет. Его в духовку ложишь, нагреваешь, очень вкусный, да? Так, это булочки свежевыпеченные. Ты показывала вам сейчас на скидках. Много сыров со скидками. И мороженое, такая большая упаковка. 8 штук. 2,79, да, мороженое? Да. Получается 960. Это пудинг. Пудинг — это бонус, он бесплатный. Ну ладно. Так, чек еще раз вам покажу. Получился на 83 евро 39 центов. Мы приехали в автосалон Toyota. Мы хотим поменять дворники на нашу машину. У нас машина Toyota. И дворники нам обошлись. Общая сумма 55 евро 19 центов. Передний дворник 31,72, а задний 14,66. Можно было, конечно, купить дешевле. Я смотрела в магазинах, они стоят 10 евро передний, а назад 7-8 евро. Но мы в магазине купили, примерили, а у нас не подошло крепление. Поэтому мы решили не рисковать и купили в официального дилера. Они уже точно знают, какая нам... какая у нас машина и какой нам дворник подойдет. А здесь я вам показываю стоимость колес. Вы видите, на них снежинка, то есть, я не знаю, они то ли зимние, то ли все сезонные. Toyota GR86 2150, но это, наверное, с дисками. Колеса на Toyota Aygo X 1250. Колеса на Toyota Corolla Cross 1500 евро с дисками, но это, конечно же, комплект. Здесь на Toyota GR Yaris 2020 года выпуска 2400. И покажу вам немножко машины в автосалоне. Машин, конечно, очень много. Toyota Corolla Hybrid 39,990 евро. Но я хочу вам сказать, что по сравнению с немецким автопромом, Audi, BMW или Mercedes, Toyota стоит дешевле. Здесь стоит бэушный автомобиль Toyota Aygo, февраль 2019 года, 25 тысяч пробег всего-навсего, и цена 11 890 евро. Здесь мы с вами видим Ярис. 22 390, и у него, вы видите, очень много чего комплектации есть. Так, Toyota CHR 2.0, ну это у нее объем двигателя, конечно, гибрид, для Германии изготовлена, пробег 17 990, очень,
то есть даже не гарантийный. Июнь 22 года выпуска, и стоит эта машина 27 590. Еще одна Toyota CHR, объем двигателя 2, гибрид, тоже для Германии. Ну, естественно, я в Германии вам показываю. Пробег 20 700, выпущена на июнь 2020 года и стоимостью 26 990. Toyota RAV4, ну такая внушительная, не маленькая машина, 2,5, наверное, объем двигателя, гибрид. Она январь 2018 года выпуска, пробег 41 1500, и был у нее один владелец. И стоит она сейчас 26 890. А здесь мы с вами видим автомобиль, в котором можно установить третий ряд сидений. Ну, такой маленький микроавтобус, но, конечно, он предназначен для большой семьи. Стоимость данного автомобиля 30 500. А здесь мы с вами уже в турецком магазине. Мы в турецкий магазин иногда ездим за фруктами. И здесь вот клубника, уже видите, с полей полевая. Одна такая шаля стоит 2,29. Если вы берете две, будет стоить 4 евро. Здесь такие красивые огурчики по евро 99 за килограмм. Практически круглогодично в Германии можно купить арбуз. Ну, сейчас уже, конечно, больше выбор. Евро 69 за килограмм. Вот такие небольшие круглые. А здесь большой выбор яблок. Все яблоки в одной цене по евро 19. Абрикосы за килограмм 6,99, но в Лидле уже тоже продается. Как правило, сейчас продается по полкилограмма, и можно уже купить. Мы уже брали вкусные абрикосы, ну, конечно, летом будут еще вкуснее. Здесь мы с вами видим арбузы большие, режут в турецком магазине, евро 79 за килограмм. И немножко раньше мы с вами видели персики и нектарин по 7 евро за килограмм. Не знаю, что это за фрукт. Евро 99. Вам показываю, может, вы в курсе. Никогда такого не брала. Сушеный инжир 350 грамм. 3,29. Упаковка фиников 400 грамм, евро 69.
Такая большая упаковка фиников. Здесь в ней килограмм. Можно приобрести за 3 евро. А здесь мы с вами видим пахлаву. Видите, такой большой поднос. 26,99. А здесь неплохой выбор халвы. Турецкая халва. 700 грамм. 4,29. Мы с вами заехали на заправку. Дизель стоит евро 59, супер Е10 евро 73 и дальше вот евро 79, евро 82 и 2 евро за какой-то бензин. Не могу вам точно сказать название. Наконец-то мы доехали домой. Показываю вам, что мы купили в турецком магазине. Яблоки по евро 19. Клубника за 2,29 за упаковочку, финики евро 69 и взяли арбуз. Арбуз нам обошелся 4,77 за 2 килограмма 664 грамма. А здесь я вам показываю чек заправки. Мы залили 10 литров 35 миллилитров по евро 72,9. 17,90 нам обошлось вот немножко больше 10 литров. А здесь я вам показываю тапочки. Такие я купила себе кожаные тапочки. 44,95. И поставила на них профилактику. Профилактика стоит 29,90. Вы представляете, какие цены? Можно было вторую пару обуви купить. Ну, а я буду заканчивать свой обзор. Вот такой вот был наш полдня насыщенных. Мы ездили по разным своим делам и вас взяли с собой. Надеюсь, вам было интересно, что-то познавательно, что-то, может быть, себе для себя новое открыли. А ну, я с вами буду прощаться. До новых встреч, новых видео. Голос немножко севший, знаю. Извините.